Шум газонокосилки, запах краски – непривычная картина для аллеи на улице Марии Рубцовой. Больше 3 лет за этой территорией не ухаживал собственник. Администрация Химок взяла этот вопрос под свой контроль, и теперь аллею не узнать. В связи с многочисленными жалобами жителей на отсутствие уборки территории и в рамках программы ликвидации бесхозяйных территорий, администрацией проведена работа по оформлению объектов благоустройства. И сейчас эта территория передана на обслуживание муниципальному бюджетному учреждению комбинат по благоустройству и озеленению. Сотрудники комбината по благоустройству и озеленению приступили к работам незамедлительно. За час коммунальщики подстригли траву и обновили краску на скамейках. Впереди высадка цветов. Возле сквера две школы и несколько многоэтажных домов. Поэтому место для отдыха необходимо. Конечно, приятно, когда около дома все аккуратно, есть где посидеть спокойно или вот с друзьями отдохнуть. Потому что, когда все неблагоустроено, конечно, смотрится все печально. Жители смогут наслаждаться сквером в любое время года. Зимой коммунальщики будут убирать снег, осенью и весной проводить высадку растений.